Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопрос, о чем думает женщина. На лекции чтения у нас будут разные вопросы, включая также вопрос, о чем говорится в тексте. 22번 수미 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 아무데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. В этом задании нам нужно ответить на вопрос, о чем думает женщина. Давайте вместе переведем на русский язык. Суми си, ибон хюга те бо хал коэйо? Суми, чем будете заниматься во время этого отпуска? Аму теду ан каго, я никуда не собираюсь. Тебе исы коэйо, просто буду дома. Кынян сиго сипоэйо, хочу отдохнуть. 휴가인데 특별한 계획 없어요? Это же отпуск, нет никаких особых планов. 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. Я собираюсь в путешествие с семьей. 여행 가면 더 피곤해요. Если поехать в путешествие, то еще больше устаешь. 저는 휴가 때마다 항상. Я всегда во время каждого отпуска 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. Провожу время дома, либо читаю книги, либо сплю. Чтобы ответить на вопрос, о чем думает женщина, в этот раз нам нужно выделить ключевые слова именно в диалоге, которые сказала женщина. Давайте их попробуем вместе выделить. Итак, 집에 있을 거예요. Я буду дома. 쉬고 싶어요. Хочу отдохнуть. 여행 피곤해요. Путешествие – это усталость. 휴가 때 – во время отпуска. 집에서 책을 읽거나 잠을 자. Провожу время дома, либо читаю, либо сплю. После этих ключевых слов понятно, о чем думает женщина. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 휴가는 가족과 함께 보내야 합니다. Она думает о том, что отпуск нужно проводить с семьей. Номер 2. 여행을 가서 책을 읽는 게 좋습니다. Хорошо читать книги, поехав в путешествие. Номер 3. 휴가 때는 집에서 쉬는 게 좋습니다. Хорошо во время отпуска отдыхать дома. Номер 4. 여행을 갈 때 계획을 세워야 합니다. Когда едешь в путешествие, надо составить план. Из ключевых слов мы знаем, что женщина любит проводить свой отпуск дома, либо спать, либо читать, потому что если ехать в путешествие, то еще больше устает. Чонгдап. Значит, правильный ответ номер 3. 휴가 때는 집에서 쉬는 게 좋습니다. 23번 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. 회의 준비도 해야 하고 서류 정리도 해야 하고 회의는 모레니까 아직 시간이 있어요. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 이따가 준비해도 돼요. 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거지요? 네, 맞아요. 그러니까 우선 이 일부터 해요. Давайте переведем диалог на русский язык. 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. Сегодня у нас много дел, которые надо сделать. 회의 준비도 해야 하고, надо готовиться к собранию и... 서류 정리도 해야 하고, перебрать документы. 회의는 모레니까 아직 시간이 있어요.
Собрание послезавтра, поэтому есть еще время. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 Сначала закончим то, над чем работаем, и 이따가 준비해도 돼요. Чуть позже можно начинать готовиться. 지금 하는 일을 오늘까지 끝내야 하는 거죠. То, над чем работаем, нужно сегодня закончить. 네, 맞아요. Да, правильно. 그러니까 우선 이 일부터 해요. Поэтому сперва давайте начнем с этой работы. Итак, чтобы выбрать правильный ответ, нужно выделить ключевые слова. 회의 모레, 시간 있어요. Собрание послезавтра. У нас есть время. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고. Сначала закончим то, над чем работаем. 우선 이 일부터 해요. Поэтому сперва с этой работы. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер один. 일이 힘들면 천천히 해야 합니다. Если работа трудная, нужно ее медленно делать. Номер два. 급한 일을 먼저 하는 게 좋습니다. Срочную работу лучше сделать первой. Номер три. 서로 도와주면서 일을 해야 합니다. Нужно работать, помогая друг другу. Номер четыре. 일이 많으면 쉬면서 하는 게 좋습니다. Если много работы, нужно ее делать, отдыхая. Итак, мы знаем из ключевых слов, что женщина говорит о том, что раз собрание послезавтра – это не та работа, которую нужно делать сейчас. Сейчас нужно делать ту работу, которую нужно закончить сегодня. 정답. Значит, правильный ответ номер два. 급한 일을 먼저 하는 게 좋습니다. Прежде чем перейти к другому заданию, давайте посмотрим на лексику этого диалога. Было слово «monjo». «Monjo» переводится как «сначала». Сначала можно сделать это, потом что-то другое. «Иттага» переводится «чуть позже». Обычно, когда говорят «иттага», это подразумевается «чуть позже в этот день». Но если вы сказали «наджуне», это переводится «намного позже» и не означает, что человек что-то сделает или что-то обещает вам сделать в этот день. Если человек говорит «наджуне», значит «когда-то намного позже». 24번 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요. 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요. 고마워요. 그런데 저는 단 것을 별로 좋아하지 않아요. 건강에도 안 좋잖아요. 자주 먹는 게 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요. Давайте переведем диалог на русский язык. 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요. Устал, так как вчера плохо спал. 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? Тогда попробуйте съесть эту конфету. 저는 피곤할 때, когда я устаю, 이런 걸 먹으면, если съесть что-нибудь такое, 힘이 나고 기분이 좋아지거든요, то силы появляются и настроение поднимается. 고마워요, спасибо. 그런데, но... 저는 단 것을 별로 좋아하지 않아요. Я не люблю сладкое. 건강에도 안 좋잖아요. И для здоровья нехорошо или не полезно. 자주 먹는 게 아니고, если часто не есть, 피곤할 때만 먹는 거니까, а если есть только тогда, когда уставший, 괜찮아요, то ничего страшного. Итак, давайте вместе выделим ключевые слова. Мужчина жалуется, что он устал, так как плохо спал. Что же предлагает женщина? Сатанг могополлео. Попробуйте съесть эту конфету. Пигональте, когда устает. Иронго могумен, если съесть что-нибудь такое. Химна, то силы появляются. Кибуни чуачикодиньо, настроение поднимается. Затем мужчина говорит, что он не любит сладкое, и это плохо для здоровья. На что женщина отвечает. 자주 먹는 게 아니고, если не часто есть. 피곤할 때,
только тогда, когда уставший. 괜찮아요. То ничего страшного. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 단 음식을 건강에 좋지 않습니다. Сладкое нехорошо или можно перевести как плохо для здоровья. Номер 2. 피곤하면 잠을 자는 게 좋습니다. Если устал, то хорошо поспать. Номер 3. 건강을 위해서 사탕을 줄여야 합니다. Для здоровья надо уменьшить потребление конфет. 피곤할 때 단 음식을 먹으면 좋습니다. Когда устал, хорошо съесть сладкое. 정답. Правильный ответ будет номер 4. 피곤할 때 단 음식을 먹으면 좋습니다. В этом задании нужно прочитать текст и выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте вместе прочитаем и переведем на русский язык. 저는 노래를 못합니다. Я не умею петь. 그런데 제 친구는 노래를 정말 잘합니다. Но мой друг очень хорошо поет. Либо можно перевести как «но моя подруга очень хорошо поет». 저도 그 친구처럼 되고 싶습니다. Я хочу стать таким же, как друг. Или я хочу стать такой же, как подруга. Итак, чтобы нам выбрать правильный ответ, давайте выделим ключевые слова. 노래를 못합니다. Не умею петь. 친구는 잘합니다. Друг или подруга хорошо поет. 저도, я тоже, 친구처럼 되고 싶습니다. Хочу стать как друг или подруга. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 저는 가수가 되고 싶습니다. Я хочу стать певцом или я хочу стать певицей. Номер 2. 저는 노래를 잘하고 싶습니다. Я хочу хорошо петь. 저는 친구의 노래를 듣고 싶습니다. Я хочу слушать песни друга или подруги. Номер 4. 저는 친구와 노래를 부르고 싶습니다. Я хочу петь песни с другом или подругой. Итак, по ключевым словам мы знаем, что человек не умеет петь песни, но друг или подруга хорошо поет, и человек тоже хочет стать как друг или подруга, что означает, что он хочет хорошо петь песни. 정답. Значит, правильный ответ номер 2. 저는 노래를 잘하고 싶습니다. Давайте переведем текст на русский язык. 오늘 옷가게에서 я сегодня в магазине одежды 치마를 하나 샀습니다. Купила одну юбку. 치마의 디자인이 정말 멋있습니다. Дизайн юбки очень красивый. 길이도 짧지 않아서 좋습니다. И понравилось, что длина также не короткая. Давайте для начала выделим ключевые слова. 오늘 치마 샀습니다. Сегодня купила юбку. 디자인이 멋있습니다. Дизайн красивый. 길이도 짧지 않아서 좋습니다. Понравилось, что длина не короткая. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 요즘 짧은 치마가 유행입니다. В последнее время мода на короткие юбки. Номер 2. 저는 그 옷가게에 자주 갈 겁니다. Я в этот магазин одежды буду часто ходить. Номер 3. 저는 오늘 산 치마가 마음에 듭니다. Мне нравится юбку, которую я купила сегодня. Номер 4. 치마의 디자인은 중요하지 않습니다. Дизайн юбки не важен. По ключевым словам мы знаем, что этот человек сегодня купил юбку, понравился дизайн и понравилась длина. 정답. Значит, правильный ответ номер 3. 저는 오늘 산 치마가 마음에 듭니다. Мне нравится юбку, которую я купила сегодня. 저는 오랜만에 고등학교 졸업 사진을 봤습니다. Я посмотрел или я посмотрела фотографии с выпускного, которые я уже давно не видел или не видела. Или можно перевести как не смотрел, либо не смотрела. 사진을 보는 동안, пока я смотрел или пока я смотрела фотографии,
친한 친구가 많이 생각났습니다. Я часто думал или думала о лучшем друге или о лучшей подруге. 오늘 그 친구에게 전화할 겁니다. Сегодня я ему или ей позвоню. Давайте посмотрим на ключевые слова. 오랜만에 졸업사진을 봤습니다. Посмотрела фотографии, которые я уже давно не видел или не видела. 보는 동안 친구 많이 생각났습니다. Пока смотрел или смотрела, думал много о друге или подруге. 전화할 겁니다. Я позвоню. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 저는 친구가 보고 싶습니다. Я скучаю по другу или по подруге. Номер 2. 저는 친구의 전화를 받고 싶습니다. Я хочу, чтобы друг или подруга позвонил или позвонила. Номер 3. 저는 친구와 학교에 가려고 합니다. Я собираюсь с другом или подругой в школу. Номер 4. 저는 친구와 사진을 찍으려고 합니다. Я собираюсь фотографироваться с другом или подругой. По ключевым словам мы знаем, что этот человек давно не смотрел на фотографии с выпускного, и пока он их смотрел, он думал о или она думала о друзьях, и поэтому хочет позвонить. Получается, что этот человек скучает по другу или по друзьям или по подруге. 정답. Значит, правильный ответ номер 1. 저는 친구가 보고 싶습니다. 보고 싶다. Переводится как «хотеть увидеть», но также можно перевести как «скучать». Давайте прочитаем и переведем на русский язык. 레몬은 요리에 많이 사용됩니다. Лимон часто используется в кулинарии. 사람들은 레몬으로, люди из лимона, 차를 만들어서 마시기도 합니다. Также делают чай и пьют. 레몬은 하얀 옷을 기억 사용할 수도 있습니다. Лимон можно использовать 기억 белую одежду. 레몬을 쓰면 옷이 또 하얗게 됩니다. Если использовать лимон, то одежда становится еще белее. 레몬은 이렇게 우리 생활에서, вот так лимон в нашей повседневной жизни, 다양하게 사용됩니다, используется по-разному. Итак, в этом задании нужно вместо 기억 подобрать правильное словосочетание и закончить предложение. Предложение у нас такое. 레몬은 하얀 옷을 기억 사용할 수도 있습니다. Лимон можно использовать 기억 белую одежду. Давайте посмотрим на 4 варианта. Номер 1. 빨고 стирать и. Номер 2. 빨때 когда стираешь. Номер 3. 빨아서 стирая. Номер 4. 빤 후에 после стирки. Итак, лимон можно использовать что, когда стираешь белую одежду? 정답. Правильный ответ номер 2. 빨때. И у нас получается такое предложение. 레몬은 하얀 옷을 빨때 사용할 수도 있습니다. Лимон можно также использовать, когда стираешь белую одежду. В этом задании нужно выбрать ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте для этого найдем ключевые слова. Итак, лимон, лимон, юри, сайон, используется в кулинарии. 차를 만들어서 마시기도, также делают чай и пьют. 하얀 옷을 빨 때, 사용, используют, когда стирают белую одежду. 우리 생활에서 다양하게, по-разному нашей повседневной жизни. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. Лимоне бат куасек. О вкусе, цвете лимона. Номер 2. Лимоне могнен ию. О причине, почему едят лимон. Номер 3. Лимонуру хальсуинен эль. Что можно сделать из лимона. Номер 4. Лимонуру чарль манденен памбоб.
Способ приготовления чая из лимона. По ключевым словам мы знаем, что лимон используется по-разному и для чая, и при стирке. Чонгдап. Значит, правильный ответ номер 3. 레몬으로 할 수 있는 일. 제목, 테마, 한국어 교육원 학생 여러분께, студентам Института корейского языка. 학생 여러분, 안녕하세요. Здравствуйте, уважаемые студенты. 이번에, в этот раз, 한국어 교육원에서 в Институте корейского языка 떡 만들기 행사를 하려고 합니다. Будет проходить фестиваль изготовления тока. 한국의 여러 가지 떡을 직접 만들어서 먹어볼 수 있습니다. Можно будет попробовать изготовленный корейский тог разного вида. 다음 달 3일 오후 2시부터 4시까지. Фестиваль в следующем месяце 3 числа после обеда с 2 часов до 4 часов. 우리 교육원 1층에서 할 계획입니다. Планируется проводиться на первом этаже института. Получается такое предложение. Фестиваль планируется в следующем месяце 3 числа после обеда с 2 часов до 4 часов на первом этаже института. 참가비는 만 원이고, цена за участие 10 тысяч вон и 이번 주까지 신청하면 됩니다. Заявки принимаются на этой неделе. 많은 관심 부탁드립니다. Надеемся на ваш интерес. 한국어 교육원, Институт корейского языка. В этом имейле был фестиваль ток. Мы перевели ток как просто ток, потому что это название блюда. Ток – это корейское традиционное блюдо из рисовой муки. Может быть сладким, может быть не сладким, в зависимости, есть ли там начинка и какая она. Чамгаби можно перевести как вступительный взнос или как цена. В нашем случае мы перевели как цена за участие. В этом задании нужно ответить на вопрос, для чего был написан этот имейл. Давайте посмотрим на варианты ответа. Номер один. 떡 만들기 행사에 참가하려고, чтобы участвовать в фестивале изготовления ток. Номер два. 떡 만들기 행사 소식을 알리려고, чтобы информировать о фестивале изготовления ток. Номер три. 떡 만들기 행사에 필요한 돈을 모으려고, чтобы собрать нужные для фестиваля изготовления ток деньги. Номер четыре. 떡 만들기 행사를 도와줄 사람을 찾으려고, чтобы найти людей, которые могут помочь с фестивалем изготовления ток. Итак, когда мы с вами переводили, мы знаем следующую информацию, что будет проводиться фестиваль в следующем месяце 3 числа, что нужно за него платить 10 тысяч, чтобы участвовать, подать на него заявки, и также там будет возможность у студентов приготовить ток и попробовать его. То есть этот имейл был выслан для того, чтобы информировать студентов о фестивале. Чонгдап. Правильный ответ номер два. Тук мандельги хэнгса сусигэ алирёку. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте переведем на русский язык. Номер один. Ибон чуэ тук мандельгирэль хамнида. На этой неделе будет фестиваль изготовления ток. Номер 2. 한국어 교육원 3층에서 행사를 합니다. В Институте корейского языка на третьем этаже пройдет фестиваль. Номер 3. 떡 만들기 행사는 1시간 동안 합니다. Фестиваль изготовления ток будет проходить в течение часа. Номер 4. 떡 만들기를 하려면 참가비를 내야 합니다. Чтобы участвовать в фестивале изготовления ток, нужно сделать вступительный взнос. Из имейла мы знаем, что фестиваль будет в следующем месяце. Также мы знаем, что фестиваль будет идти не один час, а несколько часов. Чонгдап. Значит, правильный ответ номер 4. Тук мандельгирель харюмён, чамгабирель нея хамнида. Сегодня на лекции аудирования мы с вами попрактиковались в ответе на вопрос, о чем думает женщина.
Чтобы правильно определить, о чем думает собеседник, нужно внимательно отнестись к его или ее словам. Сегодня на лекции чтения у нас были разнообразные задания. Мы находили правильный смысл текста из данных нам вариантов по ключевым словам и дополняли текст словами. Хоть задания были разными, во всех заданиях важно было определить ключевые слова, чтобы правильно ответить на заданные вопросы. Спасибо и всего хорошего!